Вы смотрите видео об отеле Diamonds Mpanzi Beach, старое название Sundays Mpanzi Beach. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Diamonds Mpanzi Beach, старое название Sundays Mpanzi Beach, расположен в стране Танзания в регионе Занзибар и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 45 километров от аэропорта. Занзибар на восточном побережье. Территория гостиницы занимает 40 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 2 бара, 1 конференц-зал до 20 персон, 1 открытый бассейн, 1 теннисный корт, прачечная, услуги врача по запросу, обслуживание номеров, Wi-Fi в лобби платно, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, кондиционер сплит, мини-бар платно, москитная сетка, сейф бесплатно, душ или ванна, фен, набор для приготовления чая и кофе, телефон, терраса, подключение к интернету платно. Номерной фонд отеля состоит из 30 Deluxe Rooms, 40 метров 2, максимум 3 человек, 36 Superior Rooms, 35 метров 2, максимум 3 человек, 21 Superior Garden Rooms, 35 метров 2, максимум 3 человек. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.